Июня ходит такая, да, Свет? Кабачок любят куры очень. Потерем на терке старой, вот такой. Ходят тут они, тут везде. На костре копаются. Юнечка он. Пусть траву поест. Вот они как полюбляют кабачок. Ну не ругайтесь, всем хватит. Юнька витаминизируется, а ты ей мешаешь. Она нашла пырей вкусный. Она на меня не обращает внимания. Да, индифферентно. Она кушает. Все равно и выбирает, смотри, да. Вкусную травку. Ну, это тебе не в городе, Юня, сидеть. На ворон глядеть с подоконника. Да. Всем, кто спрашивал, Юня хвостик зажил прекрасно. Лечили мазями, присыпками, таблетками. Рана большая была. Бронки. И куры сюда. Сейчас Юни хвост будут клевать. Смотри, все-таки они так мирно уже, да? Раньше Юня боялась. Ну, Светлана помидоры убрала здесь все. Туманы пошли, они чернеть начали. Что, Юня? Говорит, мама, где твоя рука? Почему не гладишь? Растет хвост. Ну, это на всякий случай от греха подальше. И наблюдает. Да. Любит наблюдать. Как тут хорошо вообще. Покой, тишина, воздух, природа, птицы ходят, кошки лазят. Фрукты, ягоды. Нет, клюют. Везде и куры такие, тут-тут-тут такие, ух. Угу. Пойдем перекурим, кофе попьем. Пойдем. Такой тихий вечер хороший. Красота. Ну, персики, я с них налюбоваться не могу. Не столько я их хочу съесть, сколько само, знаешь, такое чувство. У нас выросли персики. Классное такое чувство удовлетворения и гордости, да? Но это вот я посмотрел в ютубе, как обрезает мужик, обрезал. Может неправильно, но во всяком случае учиться надо все время. Ну, появились плоды. Конечно, верхушки тоже надо. Пишут резать, резать. Оставлять самые плодоносные ветки. Ну, чтобы загустения не было, у них такие хлысты были, просто очень много. Посмотрим. Говоришь, сливы вкусные, пойдем слив поедим. Бархатцы красивые. Жалко их кушать нельзя. Такую красоту. Все бы вам, Игорь Викторович, кушать, да? Так, травку убрали. Это люпин, да, Свет? Нет, ну не только люпин здесь. Ну, рожь, ячмень. И горчица белая, и рожь, и ячмень. Ну, мне кажется, что-то из... То ли рожь не взошла, то ли ячмень не взошел. Ну, вон зерна лежат какие-то. Бог их знает. А это астры желтые, да? Это хризантемы. Ой, хризантемы, господи. С меня ботаник. Кое-что знаю, кое-что нет. Вот он как. Какой красивый он. Люпин? Да. Да, какой красивый. Благородный. А это, смотри, какие у нее тут эти. Ну, это вещи. Люпин. А это вот? А это горчица белая. Это горчица белая. А люпин вот. Да. И вот люпин. Ну, вот это вижу по семенам ячмень. Но тут такой ковер красивый получился. А вот рожь, жалко. Не знаю, зашла или нет. Зимой взойдет. Ну, вот, весной вот это зернышки ржи. Понятно. Вот это вот лежат.
не взошедшее. Всего всем добра.